На канале ТВЦ состоится премьера детективного сериала «Кто ты?». В центре сюжета сериала история о психотерапевте Инге Штефан, перешедшей в криминальный профайлинг после странной гибели нескольких ее пациентов, а ранее исчезновения жениха. Параллельно со своим расследованием Инга работает с убойным отделом главка полиции. В ходе развития сюжета героиня узнает, что за ней много лет следит маньяк, виновный не только в смертях ее пациентов и жениха. Далее Инга узнает о сталкере все больше. Тот доволен, поскольку теперь хочет от нее внимания, общения и понимания. Расследуя очередное дело, героиня пытается поставить себя на место убийцы. Кто он и какие мотивы преследует? Параллельно Инга вливается в команду убойного отдела. С начальником отдела майором Олегом Мищенко они проходят путь от антипатии и конфликтов до партнерства, дружбы, симпатии и даже любви. Премьера 16-серийного сериала состоится 2 марта на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.